Кульпа, пендехо. Эй, а можно мне хоть душ? Заткнись. И это сорва ла резерва, ке энконтараван эн ла селда де Молина? Си. Утричка? Или уже вечер? Тут ведь трудно понять. Эй, придурок. Давай наверх. Esos dos tienen toda la... Вывожу заключенного. Молина, открыть ворота. Una semana? Типо генеросо. Рад тебя видеть. Ярко и влажно. Приветствую в Панаме. Эй, гринго! Ви ло ке хисте а Густаво? Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Назад, назад! Прочь оттуда, выродки! Эй, эй, танкелисапте. Да у тебя есть фанаты. А, восторженная публика. Esperas. Пошел. Открыть ворота. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Я немного знаю испанский. Стоп, что ты сказал? Скоро все узнаешь. Te lo advertí. No escuchaste. ¿Qué está mirando? Нет, amigo, ничего. Назад. Этот поручен мне. Bien. А куда меня ведут? Увидишь. Пора. Нет, нет. Не сюда. Ладно. После вас. Да, ничего подозрительного. Это же не кабинет надзирателя, да? Влево. Да, я понял. Сюда. Сюда? Пришли. Хорошо. Ты наручники снимешь? Хочу в долю. Что? На все, что ты там найдешь. Хочу в долю. Ну, знаешь, твоя задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкурой рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. Да. Хорошо, но мало. Тебе говорили не открывать. Да, мне также говорили не брать взятки, не водить сюда никого и не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее, этой бумажке 300 лет. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше 400 миллионов долларов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савая. Да. Да, я в курсе истории. Давай, к делу. Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, вот. Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Ну, что ты хочешь? Райские богатства? Боже, это метафора. Не-не-не-не-не-не. Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно, сделаем так. Я обыщу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже.
Письмо. Por favor. Как ты туда заберешься? Ручками. А может, вообще ты полезешь? Ты же хочешь в долю. Шею не сверни. Ага. Постараюсь. Принес, что я просил? Да. Спрятал прямо здесь, под столом. У ящиков. Ага, спасибо. Ладно, давай еще раз. Ну вот, расплюнуть. Бинго. Вот мы и в деле. Это должно сработать. Тюремная камера. Как мне туда добраться? Погнали! Тут можно съехать. Зацепиться за шест. Возможно. Видел бы это, Сэм. Вперед и наверх. Yeah.
Нужна камера на самой вершине. Трудно поверить, что вот здесь пираты сидели и ждали виселицы. Ладно, куда мне? Надо наверх. Ладно, не буду врать. Это круто. Сэм такое пропускает. Ну вот, камера Бернса. Да это прямо номер люкс. Ладно, с чего начать? И какой же смысл в этих закорючках? Солнце и луна. В алхимии это золото и серебро. Стоп. Что-то подобное было в письме. Ха. Похоже на часть символа. Вот и вторая часть. Ну-ка. Вот так лучше. Так, тут знаки зодиака. Это стрелец, а это скорпион.
Нет, не тот. И не этот. Ничего. Римская цифра 10. Ничего. Как там в письме? Нет. Знак Скорпиона и римская цифра 2. И римская цифра 2. Нет. Ну, и где тут у нас стрелец? Стрелец. И римская десятка. Нет. Нет, не тот. Стоит свериться с письмом.
И не этот. Десять и два. Крест и две черты. Ух ты, что у нас тут? Дигна фактис рекипимус. Больше ничего. Ладно, пора назад. Надо смотреть под ноги. Вот Рейв так не может. Бедное мое плечо. Вон Варгас. Хочу в долю. Я с вами. Долю захотел. Другое дело.
Добрался. Как успехи? Дрейк? Ну что? Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен. Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. А может, чертежи какие остались? Схемы построек? Может быть. Есть какой-то архив. Ага, хорошо. Тогда поищи там. Вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом. Он эксперт по Эвери. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Так. Когда с ним поговоришь, свяжись со мной. Хорошо. Вали. Ринго, если еще раз полезешь в драку, загремишь в карцер. Надо же, какая экспрессия. Но я актер получше. Che puedo desira, fuerte de principiante, verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Господи, ну у тебя и видок. Ты живой? Ну, издержки производства. Пошли. Эй, стоп, стоп. Давай-ка не нагнетай саспенс. Ты был прав. Мы были правы. Сейчас найдем Рейфа и... Рейфа. Ну, только не начинай. Слушай, сам сказал, что это мы нашли. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Сколько мы пытались сюда влезть? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям. Будем честны, без Рейфа и Варгаса мы б сюда не попали. Да, кстати, о Варгасе. Есть проблема. Какая проблема? Он пустил тебя в башню? Да, да, пустил. Угу. Но сперва письмо прочел. И что он теперь хочет? Ну, конечно, в долю. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает... С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь. Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только куда-нибудь, где потише. Ага. Все, тут никого. Так, ну и что ты нашел? Охренеть. Эй. Можно? Аккуратней только. Дерево инкрустировано серебром. Неплохо сделано. Он пустой. Зачем так старательно прятать выдолбленное деревянное распятие? Это не распятие. Формально распятием называют крест Христа. Это не Христос. Да, ни тернового венца, ни гвоздей, но если не Христос, то... Ну ты прочитай. Digna factis recipimus. Мы получаем... Нам воздается по делам нашим. Ага. А ты крут. Ну знаешь, детство в католическом приюте... Святой Дисмос. Да, благоразумный разбойник. Но какая связь? Так, а теперь для тех, кто прогуливал воскресную школу. На Голгофе Христа распяли между двух разбойников. Один разбойник потешался над ним, а второй, вот этот, раскаялся. Он смиренно принял наказание за грехи. И Христос забрал его в рай. Благоразумный разбойник. Что? Ты понял? Существует собор Святого Дисмоса в Шотландии. А в Шотландии теряется след Эвери. И это не случайно. Нет. Честно, я в вас сомневался, но... Пошли найдем Варгас. Пора уже на свободу.
Дай угадаю, это с ним ты поссорился? Не знал, что у него столько друзей. Я dije que no habíamos terminado. Мира, я нас ганаста, ясно? Muy tarde para hablar. Aquí no sales. Эй, знаешь что? Tú no te metas. Ладно. Гринго. Мне нужна помощь! Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Что, контрабанда? Варгас. Заткнись! Кем себя возомнил? Евлосу Селда! Метро Лос Грингос и мне офисина. Ты. Деханос. Деханос. Ты не торопился. Нас чуть не убили. Еще могут. Варгас, ты что? О, я ничего не нашел. Может, не та башня? Ну? Меня воспитывали монашки. Крест всегда со мной. Смешно. Эй-эй-эй, он же ничего не стоит. Я вам что, идиот? Ты хочешь изменить условия? Ладно, только давай без этой пурги. Убери нахрен пушку. Спасибо. Мы дадим тебе 10%. Немало. Мы делаем всю работу. 20. Без нас ничего не найдешь. 25. Четверть. 25. Что скажете, парни? Ну что, согласен? Ну да. 400 миллионов делится на 4. Значит, договорились? Да, договорились. Хорошо. Но если вы еще хоть раз... Ах!
Вот и все. Ты что, совсем рехнулся? Хочешь проверить? Собрать! Что делать будем? Дальше все по плану. Это часть плана! За мной! Бегом! Бегом! Твою же! Рэй, куда бежишь-то? К маяку! Варга сказал, лодка будет под ним. Варга, Варга! Да! Не знаю, пойдем наружу, сообразим. Тупик! Окно! Скорее! Я не вижу маяка. Давайте сначала уйдем от охраны. Думаешь, он свалит без нас? Нет, если успеем. Давай, я за тобой. Они повсюду. Ничего, идем дальше. Вроде можно. Черт, лабиринт. Да, они не хотят, чтобы мы сбежали. Полагаю, очень. Охрана! Берите моя. Как я сказал, все по плану. Карабкаться. Нас не видят сюда. Давай. Давай, товарищи. Нет! Сэм!
Надо сваливать. Нет, он еще там. Его больше нет. Быстро, лодка прямо под стеной. Нет, не могу. Не могу его бросить. Нейт, твой брат погиб. Выбирай, ты со мной или с ним. Нет, там же. Как хочешь. Сын. Нет. Господи. Нет.